Всем большой привет! Очень рада видеть вас сегодня на моем канале. В этом видео поговорим о покупках, и сегодня это будут уходовые средства. Купила что-то новенькое, что-то давно уже испробованное, ну и парочка тех средств, без которых просто жизнь не мила. Если интересно, продолжайте смотреть. Итак, начну я с скрабов для тела. Что-то меня как-то понесло. У меня закончился какое-то время назад последний скраб для тела, и я решила, что я хочу попробовать что-то новенькое, а не то, что уже пробовала. Но на самом деле остановилась я, опять же, на тех же приблизительно марках, которыми я пользуюсь всегда. Это какая-нибудь Natura Siberica, скорее это Organic Shop, и вот что-то в этом роде. Мне их скрабы нравятся. Во-первых, они очень бюджетные, а во-вторых, они действительно выполняют то, что от скраба требуется. В них хорошие крупинки, которые действительно очищают, отшелушивают, так выглаживают кожу. На этот раз я решила пройтись так основательно по скрабам. Два скраба не покажу вам, потому что я их еще даже не пробовала и, скорее всего, попробую их, наверное, через пару месяцев только. Поэтому сегодня покажу только те скрабы, которые уже опробовала, и те скрабы, которые уже успели закончиться. Попробовала, на самом деле, я вот такую вот линию, вот такие вот маленькие баночки по 100 мл от Organic Kitchen. Вот такие вот скрабы я купила. Давайте начнем с полирующего скраба для ног в составе морская соль и косточки белой смородины. Я, кстати, в Instagram писала пост по поводу этого скраба. Выглядит он вот таким образом. Он такой белоснежный, знаете, похож на то, как смесь для того, чтобы сделать безе, и сахар еще не растворился. Вот, то есть, вот такая вот какая-то консистенция, очень такая воздушная, в ней достаточно много скрабирующих частичек, но они очень быстро тают в то время, когда, например, я делаю скраб своим ножкам, и эффекта толку никакого нет. Но есть один огромный плюс у этого скраба. Это аромат. Он потрясающий. Он мускусно, холодно-теплый и какой-то немножко даже сладкий. Вот такой бы гель для душа, вот такой бы крем для тела и вообще такая банная линия, она была бы просто потрясающая. Он очень такой, знаете, близкий к телу, он очень интимный, в нем безумно уютно. Когда я делаю скраб в ванной комнате для ног, у меня ощущение, что мне хочется вымазаться в этом скрабе с ног до головы. Очень красивый, очень нежный, просто потрясающий аромат. Скрабирующие частички, как я уже сказала, из морской соли, которые очень быстро растворяются. И, честно говоря, особенного толка от этого скраба для ног я не заметила. Олечка мне написала, что, возможно, мне нечего скрабировать. Да, дорогая моя, возможно, мне, кстати говоря, и нечего скрабировать. Но я все-таки люблю скрабы и для ног в том числе. Этот такая просто безделушка, но за. Следующий, второй скраб из этой же линеечки Organic Kitchen. Это ежевика плюс личи. Питательный скраб для рук. Свежая гигантская ежевика и органический розовый личи. Скраб для рук, для меня это такое баловство, я всегда об этом говорила. Если мне нужно сделать скраб для рук, то я просто беру для тела, и он прекрасно выполняет эту функцию. Но здесь уж мне очень захотелось вот этой вкуснятки, этой ежевички. Это такая гелеобразная, даже такая желеобразная текстура, такого розового -фиолетового оттенка с потрясающим, очень ярким, ягодным, таким ежевичным, и такая кислинка личи здесь действительно присутствует. Он приятный по своей текстуре, у него такие мелкие частички, он что-то, конечно, скрабирует, но тоже такой, знаете, больше такое баловство. Приятный запах и как бы не более того. Кстати говоря, основным компонентом здесь являются фруктовые экстракты, масла, кислоты. Я, кстати говоря, не вижу здесь никакой
либо соли, либо сахара. Здесь действительно они такие мелкие, это, скорее всего, вот что-то может быть какая-то пудра от ежевики. То есть он гелеобразный, тоже как-то так быстро он растворяется, но поскрабить ручки все-таки удается, имеет приятный аромат. Ну вот просто побаловались, и если вы хотите себя просто побаловать, понюхать что-нибудь новое или попробовать что-то новое, то да, это можно сделать. Ну а так это такие игрушки. Ну и есть еще два скраба для тела, которые у меня закончились. Возможно, я их положу в пустые баночки, чтобы потом еще раз о них напомнить. Возможно, кто-то не смотрит покупки. Ну, а сейчас о них уж раз купила, надо же показать, что купила. Ну, раз закончила, тоже нужно об этом сказать. Так. Первое. Это желтая сенсация. Тонизирующий скраб для тела. Свежий ямайский ананас и органическая помела. Он на соли. Что говорят? Здоровое сияние, свежесть, увлажнение, эластичность и заряд энергии. У него очень приятная консистенция, тоже такая, знаете, воздушная. Я его сегодня, кстати, добила. Очень тоже он вкусно пахнет. Действительно такой, знаете, цитрус с очень ярким ананасом. Воздушная текстура, в которой соль быстро наносится, очень даже говоря, неплохо скрабит. Но единственный минус скрабов для тела в этих маленьких баночках, что такое, знаете, полноценное скрабирование можно сделать, наверное, только два раза. Но приятный аромат, неплохое скрабирование. Соль, кстати говоря, не так быстро растворяется, как в скрабе для ног, поэтому поскрабировать можно. Он достаточно густой, поэтому есть такое ощущение, что вы интенсивно прорабатываете кожу. Вот запахи, вот они же очень-очень важны. Хороший скраб, но его здесь очень и очень мало. И второй скраб, который, кстати, закончился первым, это банановый беспредел, обновляющий скраб для тела, свежие бразильские бананы и органическая ваниль. В составе здесь нету ни соли, ни сахара. Здесь, видимо, частички банана, наверное, не знаю. Что-то не вижу ничего особенного, кстати говоря. Масла, макадамия. Аромат. Конечно же, здесь просто потрясающий аромат. Очень вкусный, очень такой яркий. Баночку даже вымыла, но оставлять, наверное, не буду. Очень яркий, могу сказать, что даже не химический, такого прям бананового пюре. У него достаточно интересная консистенция, он такое воздушное, чуть склизкое пюре. Легко наносится, неплохо, кстати говоря, скрабируется. И здесь даже скорее, я бы сказала, не скраб, а больше такой гамаш. Его лучше наносить на сухую кожу и так хорошенечко-хорошенечко прорабатывать. Тело будет очень хорошее отшелушивание, будет гладенькая кожа, и вы будете благоухать банановым сплитом. Вот как-то так. Очень вкусно. И последний скраб на сегодня, который покажу, это Organic Shop. Я его, кстати, приобрела впервые. Это разогревающий скраб для тела. Я разогревающие скрабы и всякие штучки не люблю, потому что я дама сосудистая, поэтому мне это не очень надо. Разогревающий скраб мягко пробуждает энергию кожи, околдовывает, соблазняет тонким чувственным ароматом. Органическое масло какао питает кожу, грецкий орех здесь и экстракт гвинейского перца, который как раз-таки за тонус и эластичность отвечает. Выглядит он вот таким образом, прям такая кофейная гуща. Пахнет кофе с перцем. То есть, если вы когда-нибудь приобретали и кушали шоколадку с перцем, то вот это вот один в один. То есть, такой яркий шоколадно-кофейный, даже скорее шоколадный аромат. И в глубине такой вылезает перец. Значит, я его попробовала, по-моему, один или два раза. Что он делает? Значит, он достаточно густой, его очень неудобно выковыривать, все остается под ногтями. Но он неплохо очень наносится на тело. Его нужно наносить, ну, как, в принципе, и все, наверное, скрабы и средства для тела, снизу вверх. То есть вы начинаете снизу вверх все это скрабировать. Пожалуйста, будьте очень аккуратны в районе... как это называется?
интимных мест, потому что если вдруг туда что-то попадет, то вам мало не покажется. Итак, я проскрабировала все свое тело, вплоть, скажем так, до талии. Верх я не стала трогать. Во время скрабирования не было ощущения какого-то особого разогрева. Было чуть-чуть так что-то ощущалось, но не очень сильно. Не было никакого покалывания. И, честно говоря, как-то я даже немножко подрастроилась. Я думала, что это будет как-то более интенсивно, чтобы уж один раз попробовать и сказать: нет, Ира, это вообще не твоя тема. Нет, здесь было все достаточно лайтово, я так хорошенечко проскрабировалась, пока ползла снизу вверх, ничего не смывала, все так и оставалось. Потом я уже прочитала, что, оказывается, так и нужно, в принципе, делать. Его можно нанести, поскрабироваться, чуть-чуть постоять, покрасоваться и затем все это смыть. После того, как я это смыла, я сразу оказалась полностью снизу и до талии красная. Но я была красная, но, знаете, вот как я сгорела на солнце, например, да, я была красная, но ничего особенно не пекло, не горело, не покалывало, то есть ничего такого не было, но меня это тоже немножко так напрягло. Я прям была, вот, видимо, как скрабировала вот докуда тут, да, там, до талии, так прям и было, вот, как будто я сгорела на солнце. Потом я вышла, обмакнулась, начало появляться такое тепло. Но я сразу могу сказать, что тепло было очень легкое. Я потом нанесла крем такой антицеллюлитный, оделась в пижамку и залезла под одеялку, чтобы это все было как-то более прогрессивно воздействовало на мою кожу, на мои жиры, скажем так. Красная я была. Красное и теплое, но тепло было, знаете, очень легкое и приятное. То есть у меня ничего не горело. Если бы горело, я вам сразу бы сказала, и я бы дальше его просто не стала бы использовать. Краснота меня смутила, но вот это вот тепло было достаточно приятным. Летом, да, это, наверное, не очень актуально, но купила я его сейчас, что ж уж делать. Зимой, я думаю, что, конечно, этот скраб будет более востребован, потому что так тепло, можно в компьютере посидеть или книжку почитать, например. Было приятно. Краснота сошла минут через 40. Кожа была... Ну, тут еще крем тоже сыграл роль. Я вам сейчас покажу, какие кремы я купила для тела. Кожа была прям гладкая, ровная, упругая. Вот все вместе сработало на ура. Часто этим скрабом пользоваться я точно не буду, потому что я такая, знаете... В плане вот этой красноты тела я немножечко напрягаюсь. Понимаю, что за этим ничего страшного не стоит, но все равно. Буду периодически его использовать, возможно, раз в две недели. Но вот, наверное, для того, чтобы действительно почувствовать какой-то результат от того, что процесс в коже запущен, процесс такой, знаете... укрепление кожи, возможно, антицеллюлитного какого-то эффекта, то да, могу рекомендовать вам его, потому что не горит, но будете красные, будет вам тепло и приятно. Поэтому да, он имеет место быть. Продолжим тему по уходу за телом. У меня закончились средства антицеллюлитные, назовем их так, от... Pierre Faber концерн Elancille. Мне они очень понравились, и я с удовольствием вернусь к этой линейке, но чуть позже. По-моему, в Литуаль была акция в апреле, наверное, или в марте, когда-то была эта акция «Купи один, второй бесплатно», ну почти, да, там бесплатно. Подгадай, точнее, знаете, как правильней, подгадай цену так, чтобы два продукта купить почти за цену одного продукта. Вот эта акция мне в Литуаль очень нравится, и поэтому я купила себе два продукта от Clarins для тела. Оба из них я пробовала вроде бы. Ну вот этот я пробовала точно, Масвельд не помню, был у меня когда-то или нет, но решила, что хочу линеечку Clarins для того, чтобы так попользоваться и прочувствовать эффект. Итак, первое средство, которое я взяла, выглядит оно вот таким образом. Красная упаковка. Для меня это больше средство дневное, потому что у него очень легкая такая текстура. Сейчас покажу. Вот такая вот, такой, знаете, эмульсионный крем. У него такая очень легкая текстура, которая достаточно быстро, легко наносится, превращается под теплом кожи, когда вы наносите, даже как бы растворяется в такую воду, слегка превращается.
очень легко наносится, очень хорошо и можно проработать буквально минутку кожу, а потом он благополучно впитывается. Называется это средство, моделирующее средство для похудения, Lift Minceur. Способствует похудению и борется с целлюлитом. Избавляет от целлюлита, делает силуэт более стройным. Моделирующее средство, научные разработки и обогащено растительными компонентами для того, чтобы кожа была ровная, кожа была подтянута, чтобы вы худели, чтобы уходил целлюлит, и мы с вами были красотками. Хороший имеет аромат, легкое нанесение. Кожа после него находится как будто в таком корсете. Я вообще люблю такие вот, ну скажем так, дорогие, да, скажем так, люксовые средства для тела именно с пометочкой антицеллюлит или похудение или что-то в этом роде. Не для того, чтобы на них худеть, это глупо, а для того, чтобы кожа была такая, знаете, в тонусе, чтобы она бодрилась, чтобы она не забывала, что за ней ухаживают и что она тоже еще должна работать. У Clarins есть специальная методика, как наносить средства для похудения именно их марки. То есть вы можете делать это с помощью костяшек, можете делать это с помощью специальных каких-нибудь баночек или щеток специальных. Главное это делать снизу вверх, гнать лимфу наверх, прорабатывать зону так, чтобы кожа была такая красно-розовенькая. И тогда действительно через достаточно короткий промежуток времени вы увидите, что кожа будет выравниваться, что кожа будет упругая, что кожа будет такая ровненькая и напитанная. Ну и второй крем, который я взяла для тела, я специально взяла два, чтобы один был как на утреннее применение, второй на вечернее. Конечно же, я не использую их ежедневно, потому что я не успеваю этого делать. Мне, наверное, может быть, и хотелось бы с утра себя такую намазать, вечером себя намазать, но чаще всего с утра мне не хватает на это времени, а вечером у меня нет на это сил. Но я стараюсь. Итак, Мосфельд, крем моделирующий, также для тела от Clarins, также предназначен для того, чтобы моделировать кожу, чтобы жировые отложения куда-то уходили. Моделирующее средство против стойких жировых отложений. Кстати говоря, в одном и во втором средстве 200 мл. То находится в более удобной упаковке, это средство находится вот в такой вот пластиковой банке. Моделирующее средство для тела способствует похудению, способствует упругости кожи и также ухаживает и увлажняет кожу. Борется с жировыми отложениями на талии, на животе, на бедрах, на руках и на коленях. Также можно наносить на все тело, ну, не захватывая, естественно, декольте и грудь. Восстанавливает тонус, упругость, делает кожу гладкой и нежной. И если вы будете использовать эти средства с помощью массажа, который рекомендует Clarins, или вы возьмете хорошую щетку и себя так будете заниматься экзекуциями, я думаю, что вы точно увидите результат. У этого крема такая, ну, заглушка и очень такая приятная, бальзамно-роскошная текстура этого крема. Оба они очень приятно пахнут, у них очень приятный такой освежающий, нежный, такой прям приятный аромат, особенно вечером нанести, это очень успокаивает. Текстура потрясающая, легко наносится, не быстро впитывается, как раз можно успеть поделать массаж и руками, и какой-нибудь щеточкой себя проработать, потому что там, видимо, есть в составе масла, которые действительно позволяют так себя немножечко помять, скажем так. Очень приятная консистенция. Затем он, даже после того, как вы себя там 5 минут проработаете, он еще не впитался. Даже будет немножко такое ощущение влажной кожи, но не липкой. Если использовать их постоянно, правильно, да еще вместе, результат будет однозначно. Я так делала, наверное, неделю, и уже увидела, что кожа начинает принимать какие-то немножечко в ней происходят изменения. Но помимо этого, вот уже как с 11, наверное, января, я и питаюсь правильно, и спортзал Forever.
Поэтому результат не только, конечно же, от крема, мы все это прекрасно понимаем, но и отказаться от них лично я, например, не могу и не собираюсь, потому что я точно знаю, что не подпитывая кожу со стороны эпидермиса, не будет никакого результата. Нельзя просто пить воду, пить витамины, заниматься спортом. Это, кстати говоря, иссушит даже вашу кожу. Поэтому наносите средства на кожу, массируйте ее, правильно кушайте, пейте воду, ходите в спортзал, и будет вам счастье и прекрасная фигура. Ну и несколько последних средств, которые я приобрела, о которых, в принципе, я уже очень много говорила в своих видео, но просто хочу вам их показать и еще раз напомнить о своих любимчиках. Первое, что я взяла, это... Они так и продавались вместе. Две водички по 150 мл, две термальные водички от La Roche-Posay. Я еще раз напомню, что это самая любимая моя вода. Она действительно потрясающе увлажняет кожу, она защищает кожу от агрессивного воздействия окружающей среды, она снимает покраснение, она освежает, она великолепна, и ее можно не промакивать, потому что термальные воды, в которых содержится большое количество минералов, которые, возможно, вам могут и не подойти, как мне, например, не подходит вода от Avène, в которой... Не помню, что там в большом количестве. Она мне иссушает кожу. Урьяж тоже не очень мне подходит. А вот La Roche-Posay, вода, которая мне подходит, которая имеет хороший спрей именно в 150 мл, потому что большие баллоны по 300 мл, спрей очень быстро приходит в негодность. Вот какой-то косяк у них в этом плане. В 150 мл хороший спрей, потрясающее облако, и на лето это то, что надо, освежить, увлажнить. И если вдруг нужно снять покраснение, то эта вода справится. Также вместе продавались два дезодоранта от Виши. Виши самые лучшие, наверное, на сегодняшний день дезодоранты. Они практически не имеют никакого аромата. Ну, плюс-минус. Они потрясающе защищают кожу от кожу подмышек, например, да, от потоотделения. Они никогда вас не подведут. На этот раз я взяла... с зеленой крышечкой, на которых написано 48 часов. Я уже про них говорила. Они очень интенсивные. Они защищают кожу действительно на 48 часов. Иногда мне даже кажется, что и на 72. Можно сегодня нанести, завтра можно спокойно не наносить. По крайней мере, это в моем случае. Я не отношусь к даунам, которые сильно потеют. Поэтому вот этот вот дезодорант меня, конечно же, никогда не подводит, меня спасает. Но... В нем есть один минус. Если я вдруг нанесу его чуть чаще, чем, наверное, хотелось бы моей коже, у меня может быть такое шелушение. Поэтому с зеленой крышкой не самый мой любимый. Я люблю вот обычный 24 часа каждый день, и все замечательно. Но эти, конечно, тоже я очень люблю, потому что уж летом точно не подведут. Вот как-то так. Ну и самые последние средства, которые я в этот раз взяла, это два средства, две сыворотки для волос от Глискур. Я сходила в бюджетную косметику. Значит, первый Глискур – это восстановление волос с комплексом жидких кератинов. Это аква-уход, экспресс-кондиционер. Это вот эти вот брызгалки, которые наносятся на волосы, я думаю, что все вы прекрасно знаете, для ослабленных волос, склонных к утяжелению. У меня, кстати, мне кажется, именно такие волосы, которые ослаблены, но помимо этого они склонны к утяжелению. Двухфаска при смешивании... Очень хорошо наносится, у них отличный спрей. Вот это вот мне понравилось, хотя пользуюсь ей совсем чуть-чуть. Неплохо увлажняет, даже скорее не увлажняет, а знаете, так смягчает волосы, позволяет им быть более мягкими, более такими, скажем так, облегчает расчесывание. Ну, как бы, наверное, не более того. И, по-моему, за ней не было замечено, чтобы она, оседая на корнях, так как они у меня почти не крашеные, давала какую-то перегруз. И вторая – это Million Gloss.
тоже с жидким кератином, а здесь с чем? И здесь с жидким кератином, все одно и то же. Экспресс-кондиционер для тусклых, лишенных блеска волос. Тоже двухфаска, тоже смешали, нанесли. Вот это мне понравилось меньше, и, по-моему, вообще даже, мне кажется, могу сказать, что не понравилось. Во-первых, она утяжеляет мои волосы, она... Да, их смягчает, предотвращает какое-то спутывание, но я не заметила, честно говоря, никакого блеска. Ну, реально. То есть, как-то так опять. То есть, вот эта вот неплохая. То есть, если у вас еще и длинные волосы, то она действительно будет смягчать, распутывать, делать их более такими шелковистыми. И при этом не жирнить корни, если вдруг вы попали. Вот это вот смягчает, распутывает... делает их более гладкими, но я не заметила никакого особенного блеска. Мне почему-то казалось, что должно прям так быть гладко, ровно и с блеском. Нет, здесь не заметила, поэтому, ну, попользуюсь какое-то время, сейчас только купила, не очень еще понимаю, что и как. Попользуюсь какое-то время, потом где-нибудь посередине баночек или в пустых когда-нибудь баночках через пару лет я обязательно вам расскажу. Такие были у меня покупки, у меня еще было два парфюма, но об этом расскажу отдельно, потому что хочу о них поболтать. Так что... Вопросы welcome в инфобокс или куда там, в сегмент комментариев. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Спасибо, что вы есть. Пока-пока.